Это наше будущее. Это квалифицированные кадры не только для бизнеса, но и также и частного, и государственного сектора. Так что с будущим общаться – это наша привилегия, в первую очередь. Сегодня мне присвоили должность магистра. То, что мы сейчас чувствуем, очень трудно передать словами. Наша группа была особенной, и мы очень рады, что министр экономики пригласил нас к себе на практику.